Зона для уличного спорта и катания на беговелах. В Мурманске появилась еще одна площадка для активного отдыха. На сей раз не обошлось без помощи малого бизнеса. Проспонсировали установку комплекса несколько частных компаний. К обустройству детской площадки приступили этим летом. Несколько месяцев рабочие трудились на небольшом пятачке в районе 37-го дома на проспекте Ленина. В итоге получилась универсальная зона отдыха, подходящая как детям, так и родителям. Сначала хотелось бы выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам, которые подарили в дар городу Мурманску этот замечательный комплекс, который состоит из двух частей. Это детская площадка, которую установила группа компаний «Европа Плюс», и спортивная площадка установила фирма «Арстройконструкция». Администрация города со своей стороны внесла идею здесь создать трассу для беговелов и для велосипедов. Тренажерную площадку первыми решили опробовать уличные спортсмены. Парни и девушки, привыкшие в любую погоду заниматься на брусьях и турниках, остались довольны. Минимум спортинвентаря при максимальной физической нагрузке. Это и есть залог здоровья. Он очень удобен, многофункционален, занимает мало места. Можно в каждый двор воткнуть. И, ну, то есть как бы минимум затрат, да, минимум места занимает. И максимум физической нагрузки человек может получить. То есть прорабатываются все группы мышц на таком столбе. По соседству с тренажерами появилась первая в Мурманске дорожка для маленьких северян, увлекающихся беговелом. Такой велосипед без педали ориентирован на детей до 5 лет. Он призван с малых лет прививать малышу здоровый образ жизни. Велосипед – это скорее средство передвижения. Беговел – это отличная легкоатлетическая тренировка, которую для дошкольников, в общем, она не представлена. Потому что контингент наш дети – это от 2 до 4 лет. Для таких пупсиков вообще очень мало спорта представлено. И вот это отличная возможность развить своего ребенка физически, подготовить его потом в дальнейшем к школе и к большому спорту. Ребенок в 1,5-2 года способен держать баланс. То есть, по сути, он готов уже для двухколесного велосипеда, просто ему еще он рано. Но то, что он может координировать свои движения, то есть сочетать команды мозга дают рукам и ногам команду, это вообще великолепно, уникально для детей, для маленьких такого возраста. Кстати, на беговеле можно кататься и зимой, так что покрытой снегом площадке пустовать не придется. За последние несколько лет в Мурманске обновлены и выстроены заново 23 зоны отдыха с зелеными насаждениями, игровыми и спортивными тренажерами, фонтанами и малыми архитектурными формами. Спортивный мини-комплекс на Ленина стал 24-м.